Опа-на! Всем привет, ребята! Добро пожаловать в новую серию! С вами снова Эдисон, и мы продолжаем покорять Лос-Сантос. И перед тем, как выполнять задания или еще что-то сделать, мы спи украдем тачечку эту крутую. Спи украдем, да, что я сказал. И потопаем сначала в гараж наш, потому что многие же меня просят. Многие же меня просят эти тюнингуй машиночки, и я протюнил одну машиночку вне серии. Ну, опа, это что? Давайте мы даже сейчас поищем, может какая... Так, о, давайте, знаете какую? Давайте вот эту мы возьмем. Дайте-ка я выйду отсюда. И, о, там еще что-то стоит. Дайте я немного сяду, а вот так вроде нормально. А просто я криво сидел перед камерой. А, знаете что? На тебе, зараза. А, в этой серии... О, за нами... Пойдем, я покажу вам тачечку, которую я протюнил. Так, дайте-ка я сначала сниму наушники. Пойдем посмотрим тачку, которую я протюнил. Ух, там полиция. И после этого мы, наверное, пойдем протюним вот эту. Потому что, как-никак, она крутая, да, крутая. Поэтому мне кажется, что стоит ее протюнить. И что я еще хочу узнать? Опа, это тоже прикольно. Так припарковалась нафиг. Знаете, что я еще хочу узнать? Что там творится с нашей свалкой? Потому что... Вне серии, ребята, я побывал на нашей свалке, ну, кто не знает, кто не смотрел предыдущие серии, мы купили бизнес, вот давайте я вам покажу, вот, вот тут где-то свалочка, где-то, я не знаю, где, вот, где-то вот тут свалка есть, которую мы купили, и это как бы бизнес, мы его вроде купили за 200 кусков, и он вот... Нам вроде прибыль приходит каждую неделю. Вне серии, ребята, перед тем, как делать видео, на эту свалку напали какие-то байкеры. Там вроде парочку машин было, парочку там мотоциклов, да. Я туда быстренько поехал, быстренько их пух-пух-пух поубивал, и все. Я отбил нашу свалочку назад. Надеюсь, больше они нас тревожить не будут. Давайте-ка мы зайдем посмотрим. Нажмите, чтобы войти в гараж. Да, место еще есть. Там вроде до 4 машин помещается. Да, да. Вот смотрите, ребята. Это первая машиночка, которую мы тюнили вместе с вами. Я ее вроде купил за 180 кусков где-то и потом ее протюнил. Это вообще прям шедевральная машина, которую мы бесплатно получили. А как мы ее бесплатно получили? Вот, заходите в этот гараж и видите, что пишет вот там, где... Вот там сверху, в дальнем углу, напротив меня, в дальнем углу. Чтобы выбрать особый транспорт, нажмите «Э». То есть мы еще сможем еще точно такую же машину взять, только опять бесплатной. Мы можем, по сути, брать каждый раз бесплатно такую машину, просто-напросто не брать какую-то машину с этого гаража, а каждый раз брать бесплатную машину, просто на ней выезжать, там, взрывать, оставлять, и, не знаю, топить ее где-то в реке, и каждый раз, когда мы будем возвращаться в гараж, она тут будет нас опять ждать. Но все же одну машину я решил обтюнить, и смотрите, какая она красивая получилась. Эту машинку я нашел вне серии, я ее обтюнил. Оранжевый цвет, синенькая полоса на капоте и, в принципе, вовдоль всего кузова, и синенькие диски. Вот эта офигенная микроволновка на капоте, да, с красненькими такими кружочечками. А надпись тут какая-то Феникс, сверху вот фары. И, в принципе, смотрите, какой спойлер, прям, наверное, не знаю, выше, чем вся машина. Да, выше, чем даже крыша. Ну и вот эта машина, которую мы сейчас нашли, мы ее берем. Мы ее, ребята, берем и мы идем ее тюнить, потому что даже вот под предыдущим вроде видео меня один подписчик спрашивал, в принципе, ребята, если вы хотите... Да вы что, издеваетесь? Еще до сих пор полиция за нами гоняется. Если вы, ребята, хотите у меня что-то спросить или что-то мне пожелать или что-то мне посоветовать,
Пожалуйста, оставляйте комментарии. Как вы видите, я читаю каждый комментарий своего подписчика. Я стараюсь общаться со своими подписчиками как можно чаще, как можно больше. Ну, мне кажется, что не все ютуберы это делают, такие как там, например, ну, уже много подписчиков. Мне кажется, они даже на комментарии не всегда отвечают, в принципе, даже толком не отвечают. Но все же, ребята, я пытаюсь на них ответить, поэтому, если вы хотите что-то мне сказать, спросить, то, пожалуйста, пишите в комментариях, как этот подписчик, который спросил под предыдущей серии прохождения GTA 5, Эдисон, когда ты опять будешь тюнинговать машины? И специально для тебя, извини, я не помню твое имя, ну, не записал или просто-напросто не запомнил. Специально для тебя в этой серии я тюнингую эту машиночку. Поэтому давайте мы заезжаем и сейчас сделаем... Конфетка будет! Давайте сначала ее отремонтируем, а там... А то там кровь, там на... кровь на багажнике. Я не знаю, откуда она там взялась. Мы комара сбили, комар просто большой был и расквасился по всему бамперу, капоту и вот... И вот, ребята, кровь там. Кстати, смотрите, у нас уже все открылось. Все усиления, все двигатели, бамперы, турбонаддувы, подвески, у нас уже все открылось. Вне серии мне тоже пришло сообщение с этого Los Santos Customs на телефон, да, что добро там пожаловать, все там круто, в нашем вот этом салоне стали доступны новые вещи для тюнинга вашей машины. Заходите, приходите, тюнингуйте. Это, в принципе, связано с тем, что, ну, по мере прохождения сюжета игры, нам открываются новые вещи, да. Ух, 17 кусков, бамперы. О, бамперы нужно протюнить. Так, давайте, ребята, смотрим. Я пока что не знаю, нужно... Ух ты, нифига себе. Давайте вот... Вот это. Сейчас. Тут вот это. Офигеть, прям гоночная реально машина. 16 кусков, это как-то много. Не буду я тюнить 16 кусков. Нам нужно хотя бы бизнес свой расширять, да? Чтобы потом было... Чем платить за вот эти машиночки, да, за тюнинг. Фары, фары сразу можно вот эти поставить. Неоновые пока что нет. Это сюда. А нет, давайте вот так сделаем. Каркас безопасности. Так, сейчас. Ух ты, нихрен. Каркас и модификация. Смотрите, спереди модифицируется. Смотрите, какой капот охрененный встает. Смотри, вот тут даже красненькая фишка. Вот видите, где мышечка? Вот тут, смотрите, красная фишечка какая-то появляется. Вот тут сбоку, вот тут. Крыша какая офигенная. Вот тут, смотрите, вот на этом стекле. Ну и сзади что-то, да, вот тут тоже тюнингуется. Это круто. Берем, ребята, это реально круто выглядит. Крыша. О, посмотрите. Это у нас что сейчас? Это то, что мы можем установить. Давайте все-таки, наверное, установим. Пороги. Так, сейчас, секундочку. Опа. Я просто не вижу. Тень так не очень круто падает. Вот это. Спойлер. Спойлер нужно прям огромезный, потому что он очень круто будет выглядеть. Если тут, конечно... О, GT какая-то там фигня. И подвеску тоже на минимальный уровень, да, чтобы была такая низенькая машиночка. Турбонаддув. О, турботюнинг можно. Колеса, стекла. Вот так и колеса. Колеса я пока что не знаю, какие ставить, потому что перед тем, как тюнит колеса, нужно сначала... Ух ты, ни черт... Нифига себе машиночка, даже красная офигенная. А красной у нас вроде нету. Красная... У нас сейчас, у нас в гараже стоит... Белая с зеленым, синяя с синим, ну то есть светлый синий, темный синий, оранжевая с синим, да, оранжевая с синим, красной у нас еще нету. Красная у нас есть, но только в первом гараже у Майкла дома. Ух ты, это прям реально вот гоночная, смотрите, офигеть. Прям реально крутая машинка. Давай, я не знаю, какую бы ее сделать, честно, ребята. Я пока что не имею представления. Может, красной? Красной с черным. А давайте. Сейчас дополнительный матовый. Опа.
Опа, вот так, красный с черным. Зашибись. Сейчас фары, да, нам нужно в раздел фары. Неоновые, расположение со всех сторон. И нам нужно найти красный, вот красный. Зашибись. Мне кажется... Или, о, ну так, в принципе, пока что нормально. Просто я еще хочу что-то попробовать. Основной цвет. Беленькую. Ух. Ух ты. А ну сейчас. Беленькая тоже, если честно, очень... Как? А ну смотрите, ледяной. И давайте наоборот. Ну, то, что белая у нас уже есть, это не очень круто. Смотрите, и сюда красный. Вот так. А ну давайте вот так, и еще... Мы так вообще бабло тратим, конечно, нехило. Классический. И вот тут черную. Во. Во. Ну, как думаете, ребята? То, что черная у нас просто еще нету. Мне кажется, нормально будет. Давайте, ладно, берем, да и все. Не будем тоже париться. Машина реально очень крутая появилась, ну, не появилась, а мы ее сделали. И то, что я еще забыл, это колеса. 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 Колесики наши. Я пока что не знаю, если честно. Я пока что не знаю. Нужно какие-то прям супер-пупер колеса. Даже вот эти стандартные колеса, они, если честно, очень крутые. Какие вот стандартные, но давайте, может, мы сейчас что-то получше найдем, если тут, конечно, вообще такое существует. Давайте, о, карбон инферно. Ух ты, нифига себе. Ух. А вот это при... не. Вот эти крутые. Эти крутые. Эти крутые. Может, вот эти давайте возьмем. Давайте вот эти возьмем. И давайте цвет в красный. Вот тут в красный. Цвет вот это. И сейчас... Есть ли у нас красный? Покрышка красный дым. Во! Потратились мы, конечно, офигеть. Но, ребята. Ребята. Это того, мне кажется, стоит. Смотрите, какой, какая прелесть. Моя прелесть, да? Так. Смотрите, даже... Во, нифига себе, как фары включаются. Ребята, машинка чудо. Машинка чудо. Ух. И... Смотри, чувак фоткает нашу машинку или что это было? Вот жердяй, толстячок с гамбургером. На диету садись, толстячок, нафиг. Ух ты. Главное ее еще нигде не стукнуть, а как можно аккуратнее приехать в гараж и просто-напросто положить ее там и любоваться, как она будет выглядеть. Потому что, мне кажется, она круто выглядит и займет очень крутое место в нашем гараже и, в принципе, не помешает. А вообще, я ее раньше вроде тюнил один раз, но она почему-то у меня с гаража пропала. Может, я... ну, не очень как-то правильно сохранился, да, или еще что-то. Поэтому, может, она просто-напросто... Чуть меня не стукнул, балбес. Может, она просто-напросто не сохранилась. Но сейчас... Я уже как-то разогнался, думал в дверь гаража стукнуть. Круто тень. Я просто хотел бы ее сделать белой. Белой, мне кажется, она бы еще намного... круче выглядела, но просто смотрите, белая у нас уже есть. Это не белая, смотрите, это вот это ледяная белая, вот, если я помню. Это, если вы можете заметить, это не белая, а это такая более белая, чуть-чуть синеньким. Я не помню, как она называется, но там вроде что-то, какой-то морозный синий, что-то в этом роде. То есть он прям очень-очень-очень яркий синий, который напоминает... Белый, да, кажется белым. Оранжевая с красным. И вот это наша реально прелесть, потому что она офигенно выглядит. Офигенно протюненная, прям реальная какая-то спортивная машинка. Ребята, мне она очень нравится.
Как вы ее оцените? Я, если честно, ей поставлю 9,6 из 10 баллов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько вы оцените вот эту машиночку. Я ей поставлю 9,6 из 10 баллов. Можно было, наверное, что-то получше сделать, но я пока что не вижу что. Но все же прикольная машинка. Нажмите, чтобы... Выходим с гаража. В принципе, больше нам тут делать нечего. И у нас уже места нету. Наверное, я не знаю, можно ли еще купить какой-то отдельный гараж, или можно, наверное, все-таки перейти, нужно на второго персонажа и уже тюнить машины на втором персонаже. Так, тут нету никакой машины, чтобы мы ее украли, во, чтобы мы ее украли и пошли прокатились, потому что... О, ну, вот это прикольное. Ух ты, она даже немного обтюненная. Нифига себе, смотри, ребят, эта машинка даже обтюненная немного. Ладно, я бы хотел на свалочку позвонить и узнать, где наше бабло вообще. Но пока что я не вижу. Ладно, задание. Есть ли у нас какое-то задание? Это что? Соломон. А знаете что, ребята? А давайте мы переключимся в этой серии на Франклина. И пройдем не основные задания, а дополнительные. Мне кажется, будет реально круто. Так, где ты вообще шаришься, Франклин? Hey, I'll let me off. Peace. В магазине каком-то. Смотри, давайте выполним вот это задание. А в принципе, возле него и находимся практически. Наш крутой мотоцикл, который я обтюнил. Ух ты, я чуть не перевернулся. И давайте, давайте. Главное, не стукнуться. Ротик свой, прикро. И сейчас на... Сразу... Вот тут направо. Вроде да. Ага. Ух ты, какая машинка протюненная у него. And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny, motherfucker. Вот мудак! Раздобудьте автомобиль. Этот транспорт средство не годится. Так, нам нужно какую-то крутую машиночку. А если... Ага, ну ладно. Ну ладно, я думал, мы его сейчас запиндолим. Украдем его машиночку и пойдем, все. Сразу несколько дел одновременно. На транспортное средство не годится. Ух. Опа. А какое пригодится? Давайте, наверное, вот это возьмем. Я просто не хочу сейчас идти домой и брать наши крутые. Нет. Не, это не хочу. Брать наши крутые машиночки с гаража. Давайте возьмем какую-то вот такую, да и все. На улице, да? Так, доберитесь до места гонки. Она, в принципе, будет прикольная, наверное, мне так кажется. Лучших машин я, если честно, сейчас не вижу. Может, если нам повезет, то по дороге сколько тут, 300-400 метров осталось, может, найдем какую-то лучше, но вряд ли. Вряд ли. Знаете, какой бы идеальный вариант был? Вот та машинка, которую мы только что тюнили за Майкла. Она прям бы охренеть. Она, если честно, прям офигеть как бы подошла, потому что она реально такая очень спортивная, и на ней мы бы 100% выиграли. А у вас реально там такие прикольные машиночки. Гоночка! Удержите, чтобы увидеть счетчик кругов. Ага. Два круга. Уй, стой! Сзади. Ага. Ну, ребята, будем надеяться, что мы сможем выиграть. Хотя мне кажется, что вот только что мы врезались и уже не сможем выиграть. Ну. Так, ребята. Ага! Так тут можно спецспособность использовать. Так это вообще проще будет некуда. У Франклина же есть спецспособность, которая замедляет время, с помощью которой намного проще управлять. Ребята, так мы уже первые. Мы уже первые. Первая позиция.
я даже отсюда как-то вырулил. Главное, чтобы вот эта способность у нас не закончилась. В смысле, чтобы... Ух, давайте сейчас я тут проеду. Ну, чтобы еще мы смогли ее использовать, то видите, у нее там даже лимит какой-то есть. Так, опа, потопали дальше. Сколько там? Два круга? Да, два круга. Ух, чуть. Два круга. Ну, это читерно немного, потому что без способности мы бы так 100% не ездили бы. Ух. Способность, которая замедляет время и улучшает... улучшает управляемость машины, в принципе, реально немного читерно. Но все же, ребята, мы уже первые. Давайте... Давайте. Никто же нам не запрещает использовать эту способность. Если бы разработчики посчитали ее очень читерной, то запретили бы ее на этой гонке. Но как видите, они ее разрешили. Поэтому почему бы ее не использовать, да? Офигеть, я чуть 10 раз не врезался, если бы у нас этой способности не было. Я бы, наверное, уже раздолбасил бы вот эту машину как можно больше. В том смысле, чтобы она уже взорвалась у нас, наверное, на этой гонке. Как бы попитая бы была. Но все же с этой способностью намного проще. Так, главное, чтобы нас сейчас где-то на финише не перегнали, как это обычно бывает в том же Need for Speed, да, или просто в каких-то обычно других гонках. Так, сейчас куда? Вот сюда. Главное не пропустить поворот, а ехать прямо и правильно. Сейчас направо. Направо. Опа, опа, опа. Круто. В принципе, вот так, ребята. Почему бы нам даже не проходить вот такие дополнительные задания? Как видите, даже вот эти дополнительные задания, они бывают очень даже ничего. Гоночки, да? И все? А что я выиграл? 200 баксов! Да идите в жопу! 200 баксов за эту гонку, да я думал, хотя бы, если бы нам дали хотя бы 20 тысяч, ладно, но... 200 баксов. Сори, мадам. Это гаражик, да? Крутой. Сколько он стоит? Тебе повезло, в ЛС постоянно проходят какие-нибудь гонки. Если интересно, езжай на место встречи Хау. Сандрес Франкель может участвовать в уличных гонках. Их можно отыскать по метке. Эти гонки доступны, ага, круто. А сколько у нас бабла? 500 кусков, нифига себе. Купить гараж? За сколько? 30 тысяч. В гараже будут сохраняться транспортные средства, купленные на веб-сайтах или оставленные в нем. Точно такой же гараж, как у Майкла, но, в принципе, прикольный. Здесь можно получить особый транспорт. Ну, тот же, наверное, особый транспорт, что и у Майкла. Вы купили гараж. Гаражик. Гаражик. 30 кусков. Ну, вот эту машинку. Машиночка, ты нам отлично послужила. Спасибо тебе за то, что мы с твоей помощью выиграли гоночку. Но ты нам больше не пригодишься. Чтобы подкинуть гараж, подъехать в воду, ага, или ссать в транспортные средства. Ну, так. LG. Ну, то же самое машинка, что и у Франклина. Я бы был рад, если бы разработчики сделали, что в каждом гараже своя какая-то особенная машинка, да? У Майкла в гараже какая-то одна, у Франклина в гараже какая-то другая, у Тревора в гараже еще какая-то. Так, давайте мы зайдем тебе... Ага, ага, да-да-да-да-да-да. Почта. Так. Legendary Motorsports. Legendary Motorsports. Вот эта машинка у нас уже есть. Дальше. Эта машинка вот за 395 тысяч у нас тоже даже есть. Она находится у нас в гараже у Франклина дома. Вот это прикольная. Как думаете, стоит ли ее покупать? А давайте. Пофиг. Пофиг. Купили. Дальше. Можем еще что-то купить. 1 600 000. Вот это тоже, ну, такая себе. Ладно, круто. Будем, наверное, вот тут где-то рядом сидеть. Если придет наша машиночка, то мы пойдем за ней в наш гараж. Есть еще тут какие-то дополнительные задания? Это что? Дэвин. Ага, это угнать машинку. Ага, это угнать машиночку. А давайте мы сюда пойдем. Вот, на гоночки.
точка маршрута. 2 километра. Да, вы издева. Но на этой машинке, мне кажется, мы еще... О, все. Наша машиночка уже в гараже. Но я пока что не иду туда. А, тут... А, нет, там еще один гонки есть. Вот видите, на карте показано. Вот тут гоночка спереди нас. Я там видел, кого-то грабит или что, но ладно. Вот эта гоночка спереди нас, но мы ее уже прошли. Мы, в принципе, ее еще раз можем повторить, но я не вижу смысла. Так, давайте быстренько туда доеду. Ну что, друзья, я нахожусь уже возле этой гонки. Видите, там уже какая-то пацанва сидит и тусуется, уже нас ждет, наверное. Чтобы принять... Если там мы вложили 100 баксов и выиграли 200 баксов, если там мы можем это сделать, то тут мы вкладываем 500 баксов и, наверное, сможем выиграть 1000 баксов. Машинки тут реально у вас крутые, но и у нас не хиленькая. Вы можете заехать, ага, ну это нам уже говорилось. Сколько кругов? Не показывает? Или тут без кругов? Сейчас сюда, то я хотел туда наверх ехать, заезжать направо, но оказывается нам сюда. Уличные гоночки, прям Need for Speed в GTA 5. Эх, ребята, это мне почему-то нравится, потому что гоночки, ну кому гоночки не нравятся? Все гоночки любят. Если честно, я вот сейчас прям кайфую от этих гонок, потому что они реально очень крутые. Ух, главное, сейчас не врезаться куда-то. А то тут, видите, такие улички маленькие. Так, сейчас. Опа. Главное, чтобы никакая машина сейчас за какого-то поворота не выехала и не расфигачила нам все лицо. Ух! Без этой способности я бы 100% врезался. Сейчас прямо. Сейчас направо. Так, опа. Сейчас вижу, ой, вот на той машинке, которая там сзади нас была, вот той беленькой, которую мы обтюнили Майклом, было бы вообще круто, она прям Формула-1, если честно, очень скоростная, но, как видите, даже эта машинка очень сильно справляется, очень даже справляется. Так, дайте сюда, дайте, опа. И сейчас, сколько там еще ехать, если честно? Я не представляю, насколько длинная эта гонка. Но все же, если мы выиграем, то, мне кажется, мы где-то штукарь заработаем. Это, ну, круто. Хоть мы потратили там 30 тысяч на покупку гаража, если выиграем штукарь, то, в принципе, конечно, гонка не окупит наши затраты, но все же это фаниво, то есть фан, весело участвовать в этих гонках. Да и, в принципе... Лишнее там пару кусков баксов тоже не помешает. Уй! Сейчас. Круто. Я надеюсь, что эта гонка не очень прям долгая, потому что я не хочу сейчас полчаса тут сидеть и участвовать в ней. Уй, сейчас. Сейчас сюда. Сейчас я вижу куда. Быстренько, прямо. Я надеюсь, тут где-то уже финиш будет. Или тут вообще круги, но если бы круги, я бы мог открыть то меню, которое справа снизу, да, но сейчас я не могу его открыть. Он там на букву Z вроде открывается, это меню. Оно. Ух, чуть дерево не врезался. Это скорость нафиг в этой машинке. Уй. Вырулил как-то. Ух. Ну, как всегда, врезаться нужно, да? Ух, так вы прямо сзади нас! Вы прямо сзади нас! Сейчас, ребята... Офигеть, вот это я тупанул! Сейчас нас обгонят вообще по Шурику. Или нет? Но они реально вот сзади нас даже там ездят и, в принципе, очень даже близко. Так. Они нас сейчас догонят. А, вот финиш. Лучше тут я все-таки включу, а то если сейчас врежусь. Первое место. Результат, круто. Давайте посмотрим, что нам дастся. И вообще, будет ли у нас респект.
Ну, выиграли мы... 2200 баксов? Нормально, ребята. То есть, наверное, каждый раз, когда мы сейчас будем проходить какое-то задание, мы будем ехать в гараж, блать. Нет, ребят, я не хотел матюкнуться. Брать вот эту бесплатную машиночку и идти на ней участвовать. Мне кажется, это будет реально очень круто. Так, и... Опа, сейчас я просмотрю... Опа, а ну секундочку. А, нет, это не очень машина. А ну дайте я посмотрю, сколько уже длится эта серия. Ух, ребята, серия уже длится полчаса, на этом мы будем заканчивать. Мы выиграли две гонки, мы купили гараж, мы заказали одну крутую машиночку, которую мы рассмотрим уже в следующей серии, потому что, ну, полчасовая серия, это реально. Я понимаю, что это круто, что вы любите там полчасовые серии, и когда вообще серии длинные, но, ребята, это очень долго заливается серия, прям офигеть сколько времени, поэтому больше мы ее, длиннее, точнее, мы ее делать не будем. На этом, ребята, мы заканчиваем. Если хотите, предлагайте мне в комментариях ваши машиночки, то есть какие машины вы бы хотели, зайдите там в Google, в список машин в GTA 5 и поищите какие-то крутые машиночки. Если вы найдете какое-то крутое имя, то пишите, даже ваши ачивки я, наверное, буду выполнять, да, то есть вы мне пишите в комментариях, единственное, ачивочка, вот тебе найди вот такую крутую машинку, вот такое у нее имя, протюни ее и сохрани у себя в гараже. Мне кажется, это даже будет прикольно. Ну, или просто-напросто пишите какие-то свои советы, комментарии. Я читаю каждый ваш, ребята, комментарий. Поэтому, если вы хотите со мной пообщаться, что-то у меня спросить, что-то посоветовать, что-то пожелать, или еще что-то, то, ребята, все, что от вас требуется, это просто-напросто написать комментарий. Я постараюсь его прочитать и также постараюсь на него ответить. Так, вот там тоже какая-то прикольная. Также, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк. Если набираем 200 лайков на вот этой серии GTA 5, то сразу же в ту же нафиг секунду, честно, обещаю вам, ребята, выходит новая серия GTA 5. Поэтому, если вы хотите новой серии GTA 5 как можно чаще, как можно больше, все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Я буду очень сильно этому рад, потому что лайки — это большая мотивация для меня. Они придают мне действительно больше сил, когда я вижу много лайков. И мне больше и больше хочется записывать для вас видео. Также, ребята, вступайте в нашу большую дружную семью. Просто-напросто подписывайтесь на меня. Я рад, ребята, честное слово, рад каждому новому подписчику. Вот каждому новому, вот тебе, если ты еще не подписан. Каждому новому, кто подписан на меня, я всегда рад новым подписчикам. Поэтому, ребята, подписывайтесь, пожалуйста, и вступайте в нашу большую дружную семью. Еще раз, ребята, скажу всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.